Всем привет, дорогие друзья, с вами Скелетор, и это 17-й выпуск моего города в Майнкрафте. Сразу сказать, хочу извиниться, у меня выпуски выходят не так же часто, это возникло из-за проблем с временем, то есть у меня не так же мало времени на строительство, вот лоусплей совсем другое, там просто снял и все. А вот город, там уже нужно что-то отстраивать и придумывать идеи, ну и так далее, под тому подобное. И в сегодняшнем выпуске получилось не так уж много обновлений. Давайте посмотрим первое обновление. Первое обновление — это галерея. Я построил галерею в своем городе. Галерея — это где типа музея, но только там вывешены разные картины. Получился у меня не такой уж и большой, поскольку в Майнкрафте не так уж много... Ну, в Майнкрафте не так уж много разных картин, и вот, все картины почти однообразные. Ну и получился у меня галерея. Не такая же большая. Вот так она выглядит снаружи, в принципе. Такая какая-то странненькая коробочка. Думаю, даже где-то вот так вот поменять. Вот все время в выпуске я что-то меняю. Вот. Согласитесь со мной, я много чего меняю на ходу. Ну и так выглядит, в принципе, эта галерея. Вот такая вот. Ну, что-то типа. Даже не знаю, как объяснить. Эта постройка, я не знаю, как тип этой постройки называется. Ну, вот так-то она выглядит. Давайте же зайдем внутрь. Этот музей, буду так называть, бесплатный, абсолютно бесплатный, потому что тут ничего интересного особенного нету. Так что пускай этот город будет добрым, и приводите детей и взрослых сюда бесплатно. Ну, а что у нас тут есть? У нас имеется тут, получается, тут 10 картин всего. Ну, так выглядит, в принципе, 2 на 2 эти картины. Тут у нас мужик с котлом. Какая-то непонятная картина, и сушитель. Тут у нас какой-то человек, какой-то похожим на блюдо. Это тоже какая-то фигня. Ну, в принципе, рука высует в котел, паучок и пещера, наверное. Ну и картина с черепом, со скелетом. Ну, в принципе, не так уж и много картин получилось, но выглядит довольно-таки внутри тут уютно, красиво тоже. Красивая атмосфера, уютная атмосфера. Ну и мы закончили первое обновление. А следующее обновление связано с жилыми зданиями. Я построил новых 2 жилых здания, новые типы. Ну вот, первый тип — это такая 9-этажка. Вот так-то она, в принципе, выглядит. Всего в ней 7 парадный. Планировки одни и те же. Кстати, вот выглядит прикольно с окнами. Такая красивая тема с окнами. Ну вот, думаю, даже нечего объяснять. Все знают мои классические планировки. Туалет, ванна, комната с двумя кроватями. Ну и, разумеется же, кухня. Вот такой вот столик со стулом, холодильник и печка. Давайте поднимемся на 9 этаж. Также у нас имеется еще лифт. Вот, обычная лестница стояла, тоже не по-классическому. Давайте поднимемся на 9 этаж и, как всегда, посмотрим наши виды города. Все время интересно смотреть. Крышу я тут ничего не сделал, просто оставил ее просто плоской. Но если из окна смотреть, у нас видно вид на больницу, на полицию и там на пожарную часть. Вот такие вот у нас городские прикольные виды, на самом деле. Вот обычно у меня раньше города были дома в дом, а сейчас такие вот уже виды с лесом. Ну, классно, короче, выглядит, в принципе. Ну, давайте посмотрим следующее обновление, третье обновление. Ну и третье обновление тоже жилой дом, который выглядит сверху как... Ну, в принципе, как однопарадный дом, только соединены они. Вот так выглядит, в принципе. Ну вот, давайте зайдем в этот дом. Вот так он выглядит снаружи. Это на самом деле даже может... Да, это общежитие, вот, вспомнил, как называется. Это общежитие. Давайте зайдем. Ну, а что у нас тут имеется? У нас имеется на одном этаже 2 квартиры, вот так все выглядит. А квартиры находятся без ванны, то есть они на улице ходят и где-то там искать туалет. Без обид, люди, но эта квартира стоит около 100 тысяч, очень дешево на самом деле. Такие расценки я бы дал ей. Ну а у нас вот есть как развлечение проигрыватель, 3 кровати, такой вот ящик, где можно положить вещи, 2 печки, раковина, хотя можно и в раковине мыться. И туда даже можно пописать. Ладно. И холодильник. Ну, на этом все. Ну и та же квартира, те же квартиры также выглядят, в принципе, ничего особенного в них нету. Давайте поднимемся еще на 9 этаж. Хотя зачем подниматься, там такие же виды, ничего не меняется, в принципе. Хотя если вид на лес, вон, виды на леса. Ну это парадное то же самое. В принципе, я таких зданий буду очень мало делать, они такие вот редкие у нас будут. Вот. Ну это, можно сказать, дом суперэконом-класса. Вот, ничего особенного тут нету. Ну, это был весь выпуск, собственно говоря. А с вами был Скелетор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.